отец, умирали, погибать на сцене. Снова один, прикрылись без тени, заливали им поцелуй на шее. Извините, что так долго не выкладывала видео. Я сильно болела, у меня было рвота, у меня был кашель, у меня были сопли. Я почти встать не могла. Как бы я видео снимала. Извините. Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Smodra Rage, все как всегда. И как ты понял по названию по приролика, сегодня мы будем покупать тачку под номер, а именно 222 под 3 двоечки. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Погнали! А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере у меня свой личный промокод Evan. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс, а также VIP-статус на один день. Иди сдавай на права и работай на свою мечту. Наконец-то нормальный видос с нормальной графикой. Спасибо большое CV-вищнику, но только у меня текстуры не прорушаются. Мне сколько онлайн? 744, но у меня дороги как бы, видите? Они не четкие, не прогружаются до конца. Хотя, когда я только что в камхаке стоял, было все нормально. И вроде комп у меня не говно. Ну, в принципе, проц говно, но видяха норм. Конечно, просто видяху не раскрывает. Вот здесь нормально. Или там место какое-то такое, где все спавнятся, прогружаются. Потому что вот здесь дорога прогружена и все норм. Короче, давайте начнем с того, что многие писали еще с видосом под Е34 давно-давно, что Эван, тебе под эти номерки, вот под эти, надо нормальную точилу. Вот такую вот. Я такой, да не, пацаны, типа денег нет, потом может когда-то, а может и нет. Я, если честно, не хотел покупать 222, конечно, я хотел когда-то давно еще купить, но потом я передумал и капец как загорелся идеей купить 221, потому что ну, он реально очень красивый. Но в один прекрасный день, как бы это тупо не звучало, мне, короче, приснился сон, что у меня есть в жизни 222. Такие сейчас шутки может пойти в комментариях. Ой-ой, туда не едем, там плохо. Короче, приснился сон, что у меня есть 222, я на нем всю ночь накатывал, девушек катал, подвозил, девушек как бы урабатывал в этом 222 на заднем сиденье. Кстати, салон там был белый, а здесь такой черно-коричневый, да? И он мне так понравился, он такой мягкий и удобный был, что вот я проснулся и такой, бля, надо купить 222, прям срочно. Но как я проснулся, я зашел на Смотру, и как ни странно, все 222 тупо пропали из радаров. Никто их не продавал, нигде они не светились, не в объявлениях в игре, не в Дискорде. Я такой, бля, что делать? В итоге у меня была возможность купить 1.202, когда я покупал LFA, но один чел посчитал, что я хочу его надурить, и в итоге не продал. И так понемножечку эта идея у меня отходила, и все-таки сегодня я решил его прикупить. Просто написал «куплю», думаю, может кто-то мне напишет. Написал мне как бы шизик, типа «у меня есть такой 222, за сколько купишь?» И говорю, ну смотри, я могу тебе предложить 10, но ты же не согласишься. Он такой, да ладно, пофиг, давай за 10. Я такой, чего? Вот, и я пошел, взял домик в аренду у кикера и прикупил 222. А как это было, можете посмотреть прямо сейчас. Так, пацаны, берем у кикера домик на 20 мест. Мольба рассадеду в сети. Вот, и сейчас поедем покупать мне новый автомобиль. Здесь 500. Так, вы владели уже двумя домами, квартирами, нихера. Ну что, пацаны, вот мой 222 стоит. Блять. Ну что, погнали? Здорово, Эван. Привет, привет. И тут у меня, как всегда, все пошло через жопу и не записалось. Но я вам расскажу, что купил его за 10, комиссия и перевес. Можно еще добавить лям. Короче, вышел мне он в 11 лямов. Так, продать игроку там десятка минималка, да? Угу. Все, спасибо большое. И тебе, обращайся. Тебя посмотреть на 222. Какой он. Когда ты можешь тебе взять этот номер? Но его, кстати, поймал на слете. Вот, в принципе, так я купил. Е34 у меня осталось. Картинки почему-то слетели, когда я менял хранилище номеров. Главное не поставить восьмерки на нее. Пусть просто восьмерки висят. Может, Е34 либо солью в гос, либо что-то на нее поставлю. И мы приехали на 222-м. Самое главное место.
Это станцию техобслуживания. Сейчас поменяем масла, фильтра, охлаждающую жидкость. Это такой шутенький авант, блядь. Ты не подумал, как бы, в цирк пойти, нет? Это первая тачка, которую я хочу сделать в хроме. Вот я не знаю почему. А вот вы видели, в кикера почти стоковый. Почему почти? Ну, стоковый, только диски другие. 222 в хроме. Ну, смотрится охуенно. Но почему-то, когда у меня вот этот хром стоит, мне он не нравится. Вот так как-то он смотрится попизже. И это я уже слишком стар для этого. Но Кигер говорит обратное, что типа с набором смотрится попизже. И я такой, может тонировку убрать? Я не знаю, кузовные винилы, нет. Здесь стоит 100% серый графитовый, да? А, это синий, блу, серьезно? Может из-за того, что у меня графон стоит? А, да, там синим отсвечивает. Я хочу сделать его полностью черным, прям бандитский. Уже как бы не Эван, а дядя Эван, как бы, должны понимать. Ну, можно, кстати, оттенка вот такой вот красный. Ну, прикольный, но нет, я не хочу, я хочу тупо сток. И убрать перло за 19 тысяч. И то и 109 тысяч еще улетает. И диски убрать. Мне эти диски капец как не нравятся, а вы знаете, какие мне нравятся. Это MG Edition 1, если они сюда, конечно же, подойдут. Вот эти идеал. Знаешь, диски 214, и еще бы развальчик сохранить и оплатить. Но развальчик, мне говорили, надо сесть в машину. Ну, я не закрывал. Надо сесть в машину, короче, и немножко проехаться. Потому что, если мы так не сделаем, тогда подвеска что-то коряво настраивается. Да, они прям капец маленькие, не надо настраивать. Вроде норм. Вроде норм. 260 тысяч еще на базу капает. И теперь остается самое главное. Блин, почему тонировка пропадает? Что это за бред? Самое главное, не, давайте сразу тонировочку. Здесь 35%, и она так тонирована, вы серьезно? Охуеть. Кстати, если убрать, она тоже норм смотрится. Потому что даже 35% пипец тонировано, вот смотрите. Так, 222. Да не, вы гоните, каких 5%? Ой, 35%, это бред. Потому что тонировка, но с тонировкой что-то есть такое, как будто дядя, прям реально дядя. Мне кажется, сейчас я херни натворю, сниму тонировку, сниму антихром, а потом такой, не, с ним было лучше, и обратно давай. Ага, этот раз ты захотел так заспавниться, я понял. Ну пофиг, давайте, или не пофиг, или пофиг. Да не, пофиг, давайте посмотрим, как будет с тонировкой. Угу. Достижение решило дальше не играть, я понял. Называется Эван тащит у гонки по 40 тысяч, чтобы смотреть, как лучше с тонировкой или без, и тратить по 150 тысяч. Мне кажется, без тонировки даже пизже. И это не потому, что мне надо опять платить 150 тысяч. Вот если честно, вот так, даже на антихроме, на дисках, на без тонировки смотрится даже попизже. С тонировкой колхоз. Блин, была бы пленка какая-то нормальная, она здесь, походу, багнутая. И на нихера не 35%, опять только. Бля, ну так, вот так смотрится пизже, но с другой стороны, чел, почему ты не покупал Солон, если тебе нравится стоковый 202? Это уже как бы вопросики. Не, ну теперь... Так сказал, как будто пол машины поменял. Смотрится офигенно. Определенно без тонировки лучше. Кикер ездил без тонировки, я вот езжу без тонировки. Неопределенно без тонировки лучше. Если честно, я либо я уже постарел, что мне нравится универсал. Ну ладно, универсал мне всегда нравились. Без тонировки катаю, более сток, уже тюнячки всякие не вешу. Это уже старость, да? Напишите в комментариях. Блин, смотрится прикольно. Все, что херовое в этом 222-м, это выхлоп. Ну как пылесос, не? Как будто дизельный какой-то, не? Сопит еще. Да есть такое. А, кстати, тут недалеко чип. Давайте я вам покажу. В принципе, он очень мягкий, управляется. Не быстро разгоняется. Если мне надо будет быстро ездить, я возьму LFA. А здесь такой чисто на чиле. В принципе, прикольный чип. Вот вам трансмиссия. Тормозная система. Колесные тяги. И подвесочка. А, и кстати, напишите в комментариях, как вам лучше, вот снимать с решейдом или без. Перед этим я снимал без, а сейчас его опять включил. Конечно, все зависит от погоды. Иногда он пересвечивает жестко, иногда прям выравнивает прям гуд. Но все же может использовать решейд больше для скриншотов или для повседневной съемки. Пишите. Все читаю, все смотрю. Ну что, пацаны, а сейчас пришло время сравнить, что же лучше, 222 или 223. Погнали. Первое, это дизайн. Ну, мне кажется, на дизайн, на вкус и цвет, как вы говорите, товарища нет. Кому-то нравится 222, кому-то нравится 223. Но лично мне нравится почему-то 222.
Плюс тюнинг есть и на тот, только почему-то на 222-м при антихром-пакете значок хромовый, а в 223-м он уже не хромовый. Вот это прикол. Интриги расследований. И значки, кстати, в 223-м убираются. Вроде как убирают, вроде на нем есть значки. А вот на 222-м не убираются. Но это уже так, придирки. Знаешь что, самое главное, это цена. Если 222-й стоит 13 миллионов, тогда 223 стоит 14 стоит, то есть на лям 100 больше. Максималка у них одинаковая, то есть 300 км в час. А слив у 222 9750, у 223 10575. ФТ на 222 стоит 2 876 тысяч, на 223 3 120 тысяч. Что там по 8 мест в багажнике, но только в 222 80 литров бак, а в 223 76. Но многие говорят, что у 223-го специфический хендлинг и типа в 222-го лучше. Некоторые говорят наоборот. А все это потому, что 222-й имеет заднеприводный хендлинг, а 223-й полноприводный. А вы пишите в комментариях, что нравится вам больше, 222-й или 223-й. А у меня в принципе на этом все, вот такой видос получился. Обязательно влепи лайкос за такие качественные перебивки в начале и напиши любой комментарий, мне будет очень приятно. Напиши, как тебе данный 222-й, лучше с тонером или без, был ли у тебя он или нет. Но я обязательно все прочту и всем отвечу. Не забывай нажимать на кнопку подписаться, чтобы не пропускать новые видеоролики, на колокольчик, чтобы всегда их смотреть первыми. Ну с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока.